Блин, надо возвращаться к машине, наверное. Свитер снять. Что-то потеплело. Не на шутку. Башмаки промокли. Тоже роса. Так, ну чё, как же мне вернуться-то? Чё-то, мне кажется, в траве ему так себе лежать в этой мокрой. Может попробовать пашню взять. Я вроде хорошо целился. Что такое? Почему? Жиль промазал, а? Жиль промазал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Промазала. Слушай, тут что-то
значит, Лёшка на Лёшке. Не знаю, хорошо, уверенно стрелял вроде. Вот он. Ё-моё. Неужели, а? Ой, ты хороший. Я же помню, я прицелился. У меня как в глазах стоит. Красавец. Ух ты ж, я уже такая, у меня горечь в душе, думаю, ну все, пропал. И чую, что я вот попал в него, так четко я вывел прям. Давай почекаем, ну да, грудина пробита. Чернотроп. Хороший зайчишка. Да, досталось ему все. Отлично. Так, сейчас посмотрим, сколько же я протопал. Ну, наверное, никак не меньше 10. Какие-то предлагают 12,99 на 13-й версте. Отлично. А то я уже настраивался на пахоту. Думал, все. Не миновать мне этой участи. А я так краешек зацепил, он там по паханому прошел, вылез оттуда по 2 килограмма грязи, а сюда полез, чтобы сапоги почистить. Думаю, дай по травочке здесь потаскаюсь. Сапоги почищу. Отлично. Все. 11:37. Вот и закончилось. Итак, друзья, очередной трофей. Четыре 690. Почти 4700. Ну такой прям, да, хороший. Четыре 690. Все, друзья, на этом охота закончена. Заяц взят в траве. Паханину прошел, балки прошел. С утра был мороз. Потом солнце встало, вся эта трава намокла, и не весь начал в виде воды на тебя садиться. Полез в пашню. В пашне прилипает по 2 килограмма на каждом сапоге. И вот пошел, к машине пришел с грязными сапогами. Да, я думаю, пройду здесь по травочке, сапоги почищу. Вот он скачал. Вот так вот сегодня судьба распорядилась. Все,
До следующих встреч. Всем ни пух, ни пера.